14 октября 2021 года, рыболовный клуб «Подкова». Друзья, вот такой вот улов у нашей Анастасии. Привет. Настя, привет. Привет. А расскажи, на что поймана рыбка? Рыбку с утра клевала на зеленый вьюн, на светонакопительный вьюн, на бело-зеленый магот, на бело-зеленый этот бобриный хвостик и на белый магот. На белом обод. Стоячка или на проводку? На бомбарду. Ну, так, стоячка, можно сказать. Но сверху. Вот. Не в пол воды, не на дне, а сверху. Mm-hmm. 40 сантиметров. Результатом доволен сегодня? Ну, ждем в следующий раз себя в гости. Хорошо, спасибо. Приезжайте, полавливайте рыбку.